Поэтому нам нужно объединить с вами наши усилия и вместе на нашем паровозе поехать к победе! Покачали! Друзья, я хочу попросить вас сейчас кое-что для меня сделать. Мы привыкли с вами кричать на вами любимой команды растяжечку. Лоу-фо! Именно так обычно мы кричим. Но сейчас давайте это сделаем чуть более агрессивно. На выдохе, с ударением на первый слог. Лоу-фо! Если вам не трудно, попробуйте. 3, 4. Лоу-фо! Хорошо, еще раз. И запомните, это ответ на все вопросы. Кто бы что вас не спросил, вы знаете ответ. Лучшая команда! Ло! Кто сегодня победил? Ло! Потому что мы семья? Ло! Друзья, мурашки просто, мурашки. Спасибо! Команда не будет выбирать следующий стартовый состав. Восьмой пункт партии. Номер 10 Иван Дерево. Номер 20 Максим Дубовский. Номер 31 Данила Анжужич. Номер 48 Иван Савельев. Номер 52 Константин Буланов. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань». Номер 1 Марни Коллинз. Номер 4 Евгений Бабулин. Номер 13 Дмитрий Восток. Номер 14 Ян Буюкас. Номер 20 Андрей Зубков. Ну что, друзья, давайте поднимемся! Константин Буланов, первый пол.
Thank you.
Thank you.
Не сдаемся! Не сдаемся! Thank you.
Никита Варин. Девятый, 91-й, 50-й, оба Никита.
Thank you.
точку Парма на втором уровне 4 команды Холм. Хотя вы думали, что вы подарите ей труп.
Владимир может забраться. Баскетбольный клуб «Локомотив» Кубань во втором периоде 4 команды школы. Теперь вам нужно забраться. 4 секунды. Отстоим концов. Thank you.
такой уже более не пострадает. Ну что, друзья, до начала второй половины остается ровно одна минута. Мы гораздо лучше защищались во второй четверти. Давайте сделаем так, чтобы третья стала рекордной для этого матча, а в четвертой нам забили минимум очков команды соперника. Мы хорошо защищаемся, а если мы хорошо защищаемся, мы отлично нападаем. Поэтому нам нужна ваша поддержка, нужны ваши аплодисменты. Спасибо! Давай, давай, Миша! Благочем, да! Пусть она нас слушает, как мы ее отвечаем! Еще, еще! Еще одна дисплея! Девятый сектор, я хочу вас слушать! Я хочу одна дисплея! Десятый! Отлично! Thank you.
Thank you.
Друзья, поприветствуем вас, Десса. Thank you.
И вы видите этих замечательных болельщиков? Да! Вы уже сделали то, что вы даже не ожидали. Отлично, отлично, давайте поменяем. А тут уже так все спустить не особо. Еще дайте нам болельщиков, пожалуйста. О, знаете, пока поцелуйте в ту сторону, как раз да, вот тут сюда, правда. Ну, поцелуйте же. Аплодируем девушек, сидел грустная, осталась веселая, разбиралась. Номер 13, Дмитрий Ватков.
Thank you.
И еще пошумим. Константин, уа, еще.